Всем привет, с вами MegaSirius12, и мы сегодня снимаем коллективную игру Mass Effect 3. Короче, ну, я там сейчас друга жду, он сейчас придет, мы с ним будем играть. В общем, пока, ну, я думаю, вам будет интересно посмотреть, что у меня выпадет в победном наборе. Ну, я думаю так, что вам будет интересно. Так, давайте же его погасим и посмотрим, что мне выпадет. А мне выпало... Да, офигеть. Да, офигеть. Да, фигня, короче, мне выпала. В общем, сейчас мы будем играть с другом, но он тоже пообщается, у него тоже канал на Ютубе. Ну, в общем, сейчас он придет, он сам все скажет, ладно. В общем, ждем. Короче, все, я снимаю, тут мой кореш вернулся, поздоровайся. Всем привет. Ник-то скажи, ёмы. А, мой ник, короче, Андрей, нахуй, Корягин. Короче, я ссылку на его канал скину, там дальше сами посмотрите. Сейчас я перса выберу и погоним. Снаряжение, ща. Надеюсь, там чувак не психанет. Блин, что выбрать? Ну, вот штурм. Смотри, вот, у тебя там, да, 1000 что-то показывает, у меня еще двойка. На... Ну еще бы, блин, я с Марта играю, а ты только купил. Ладно, сейчас играю. Так, короче, ща, главное, не тупи. Сейчас, нам, да, я... Короче, мы пока играем на бронзе, вы не извиняйте нас за эту тупую сложность, но он пока нуб. Сейчас будем учить его играть. Так, бежали. Ты тут... А как ты быстрее? А все, да. Так, мы играем против коллекционера. Ну, в общем, если его завалит, вы его извиняйте, ладно? Да не завалит меня, не сделал. Да ты от коллекционера, для тебя это вообще все, это смерть. Смерть врагам советского. О, идут, суки. Их тут до хрена. Сейчас, погоди, а тут... Так, ну тут, короче, он пока привыкает. Давай, ты чё там? Это мне не КС. Ну да, он у нас, короче, главный задрот по КС, короче. Если вы хотите про, то смотрите у него КС. А если вы хотите Mass Effect, смотрите у меня и угорайте над нами. Тут, кстати, вот этот тот чувак есть. Это Гет, чувак, ты тут? Если ты нас слышишь, то я тебе сочувствую, да. Бля. О, четвертый пришел. У тебя, кстати, до сих пор ноль, ты никого не убил. Ща, я убью. Да ты сдох! Короче, он уже слился, я не знаю. Жиги, оживи, бля. Ну сейчас тебя пацаны поднимут. О, да. В общем... Чё-то меня, походу, ничего не прокачивает, чё-то меня быстро убили. Ну ничего, сейчас прокачаемся. Мы тебя втащим. Дотащим до конца раунда. О, убил одного. Надо. Герой. А ты с какой пушкой-то? Что-то я не пойму. Ну с этой, блядь. Дай-ка я гляну на. Да стой ты, ёп. А, ну у тебя самый обычный, это понятно все. У меня стандартный взял. Ну, у тебя другие не открыты, ёп. Ну вот именно. Так, уже третья волна, блин, задание выполнять. Короче, ты тупо беги за мной и не парь мозги, ладно? Ща. Беги на квадратик. Короче. А, идут, падла, иди сюда, на. Ну дай спрячусь я. Нет, толкай. Да сюда меня, беги, что ты там встал? На синюю зону там беги. Да кому ты, блин, ты это свой, блин. Ты что, свояка, что ли, гасил? Ну ты... Нет, вон в окне. А, ну в окне, ладно. Да я сейчас сдохну. О, господи. Если вы это видите... Да, во мне какие-то мухи, сука, мухи, блядь, пошёл, мухи меня едят. Ну все, у тебя способности замедлятся, беги, стой в синей зоне, блин. Не тупи, чувак. Ой, ты чё за сферу стырил? Ну я из инженера играю, хрен ты хочешь. Надо бы у меня тоже инженер взять, это мне солдат посоветовал. Потому что ты ни хрена способности использовать не умеешь. Научимся. Надеюсь. Задолбали мои фраги, о, я убил. О, все, задание мы выполнили, так. Я скольких-нибудь уже убил? Ща гляну. Да, ты, кстати, неплохо идешь так. Хоть ты и последний, но... Для начала неплохо. А сколько? Блин, где ты глядишь? На эскей жми и смотри. Так.
Да, неплохо. Ну, наверное. Но для первого да, раза нормально, я бля. С тобой буду пока бегать. Фраги, ау. А, вот вы где. Да, этот человек еще не видел протарианца в действии. Интересно, что будет, когда он его увидит. Опять эта стая мух ко мне. Да ты сдохнешь. На тебе, ближнебойная. В общем, да. Короче, сейчас мы эти видеоролики будем выкладывать до хрена и больше. Засори мой канал нахрен. Поэтому будьте готовы смотреть всякую будем фигню. Как Юзи Гагатун. Ну да, да. Это реклама Юзи Гагатуна. Скрытая. Блин, уже открытая. Ну ладно, неважно. Нихера, я кувыркаюсь, Пашок. Да ладно, он научился кувыркаться, вы прикиньте. Хоть ты в меня стреляешь, блин. Сейчас я тебя ближним боем загашу. Зажми F, удивись. Нихуя! А он удивился, я знал, я знал. О, лестница. А нажми F быстро. А, бля, пизда. Быстро F нажми, бля. Тихо, меня тут... А, хрен с тобой. О, отпрыски. Ты что, за бой кашу? Мясо! Я в рукопашку пустил. Ты что, дурак на отпрыск? Он пошел в рукопашку на отпрыск. Да он психопат. Кстати, у них бошки на комаров. Похоже. Чё? Жадина, оставь мне. Жадина, это ты за мной бегаешь, а не я за тобой. Ты именно, я же тебя не заставляю за мной бегать. Блин, они по всей карте спавнятся. Тебя на платину надо, там фрагов столько, что пипец. Сейчас я найду. Вот, кстати, меня обычно спрашивают, на какой сложности я играю. Я обычно играю на серебре или золоте. Но вот с этим пока придется сидеть на бронзе, так что... Один часок потерпите, он потом привыкнет. Да, блин, ладно, чё ты. Я и говорю, что ты потом привыкнешь. Кто тут меня так тренирует? О, уже 3000 набрал. А тут хедшот можно бить? Можно со снайперки. Блин. Или с дробовика, если дробовик мощный, как прям в башку. Присесть, Пашок. Приседать нельзя. Кувыркаться можно. Прячься, подбеги к укрытию и сядь за него. Ты где вообще нахуй? Что-то я не вижу этого нуба, куда он делся. О-о-о. А, отпрыск, бля. Где? Я на него иду в рукопашку. Где он? Пустите меня. Внизу, на лестнице. Так, у нас слился чувак. Сейчас мы его поднимем. Давай, спускайся. Что-то там вверху засел, бля. О, тут зомбак, а вот что кровосос? Андрюша, блин, мы здесь. Погоди, спускай, вон, мы здесь, блин. Мне гренку кинули, пошел, блин. Ну, ему гренку кинули, все, он дерет. Что творится? Иди сюда, придурок, мы здесь, я в тебя стреляю. А, ну ладно. Да нормально, я... Да мы задание выполняем, с тобой быстрее выполнится, ё-моё, я тебя просто так, что ли, зову? Икс, что за икс? Ай, не, стопни. Меня мочит, блядь, сука! Так, попробуем. Сейчас он к тебе, пацанчик, бежит, он тебя поднимет. Я пойду пока отпуск. А ты стучи, насилуй пробел, как говорится. О, у меня дробик. А, да, у солдата же. Короче, оружие на Х меняй. Два ствола с собой таскать чё, можно. Чё, тут один патрон, что ли, в дробовике? Нет. Ты чё? У меня только один. А чё? У тебя снайперка, а не дробовик. А. Кстати, если в голову целиться, многим хэдшот сможешь поставить. Вот в этом я против. Дай-ка, пусти-ка меня кто-то. Так, сейчас посмотрим, как он нам поставит. Вот у этого чувака нормальная снайперка, блин. Короче, сейчас пока они будут тупо кемперить, я буду всех сливать. О, претарианчик, иди-ка сюда. Пусковуха. А, дрюнчик, прикрой меня, у меня домофон звонит. Как всегда, блин. А, где ты? Да, блин. Заебали тырить, блядь. Так, ладно, пока тут Паша у нас отошел. Опа, отлично.
Брал неплохо для первого раза, я иду, конечно. Блин, меня задолбали эти домофоны. Сейчас еще и... Чё? О, уже восьмая волна, зашибись. Всего 11 волн. О, чё-то мало. Ага, сыграй на платье, не сольёшься на первый. Уверен? Да. Я готов, давай. Этот человек готов идти на платину. А, блин. Меня свой застреляет, дебил, или нет? Блин, я сдох. Поднимите меня. Кто-нибудь. Где патроны тут взять, пошёл? Поднимите кто-нибудь меня. Я не знаю. А, вот сейчас меня пацанчик вроде поднимет. Блин, четкий пацан поднял всех. Я тут отнапил. Поднимать, ты же бегаешь как. А, у меня опять мухи, как с ними бороться? Стреляй, когда они далеко. Они во мне прям. Так, мне снова надо отойти. Прикрывай, я тут заныкался. О, волна. Девятая уже волна, и он ушел. Зашибись. Ну, конечно, все проблемы мне давать. Оружие надо поменять. Я уже задолбался тут с тем говном бегать. О, нихрена себе паучак идет. Ебаный бро. Пиздец. Да не матерись ты. А, ну понятно. Уже все. Так, вы где? Ты... Понятно. Тут, короче, вообще. А, во, вижу. А, блин. О, претерианчик. Ты его видишь? Да, паук что ли такой же? Не, он летает. Это типа комара, только гигантского. Это ульяновские комары. Я вот вижу полную кучу комаров, которые меня жрут. А, это маленький. Это фигня. Да, мне вообще бесит. Комара. Где они тут? Что-то я тут больше... Ну где? Что-то вон они. Тебе надо драбыч взять. А у меня он есть? Не, с собой нет, но потом тут можно выбрать. Так, уже 10-я волна. Блин, цели. Эх ты, ё-моё. Ты чё пропал? Да я тут... Увлёкся. Да. Блин. Рибаун ковер. Задолбал. Иди сюда, тут эта штука летает. А, пошёл, походу, мне хана. Это чё за фигня? Ты меня ещё убил, я чё-то не понял. Ну, откуда я знаю? Сейчас я тебя подниму. Или тебя пацанчик поднимет? Попробуй, а тут что-то... Карабкаюсь. Не, со снайпой... Чё, меня, не, я не спал. Пока ещё рано. Не. Это не КС. А. Привыкнешь. Куда я подбиваю? Всё-то как-никак. Денежку за неё отвалил. Да. Зато лицуха. Кстати, это у него первая лицензионная игра. Он у нас фанат торрентов. Которую я купил. Да, которую он купил. Обычно его поставщик это torrent.ru. Только никому, ладно, а то его могут посадить за нелицензионное использование игр. Ну, к чему лицензионное, кстати, первое, а за 10 рублей. Так, не пали точку. Ладно, все думают, что Skyrim куплен за 1500. Ну. Но на самом деле там со скидкой в 99%. Да. А где все-то? Да вот и я думаю. А, последний остался. О, вон, я вижу квадратик там. А тут прыгать-то хотя бы можно? Прыгать? Не. Вообще пипец. Во второй все можно было. Во второй нельзя прыгать. Там только приседать. И то, а, не, приседать тоже нельзя. Ты за укрытием прятаться научился, нет? Да. Ну, слава богу. Кажется... Нормально. Так. Мам, ну не сейчас же, ну ё-моё. Ютуб, если ты это слышишь, прости меня. Кто-то думает, что я мёрзну.
Да чё он там мускулист какой? Я в него два раза со снайперки попал и меня убили. Я же вроде в укрытии сидел. Блин, у меня паук тут. У тебя паук, а меня убили. Ну сейчас кого? Подниму её. А, тебя пацанчик поднимет тот. Кстати, через минут, видишь, отчет времени пошел. Когда он кончится, должен быть на синем квадратике, понял? Понял. Ну, слава богу. Сейчас, ради жизни меня установятся. Че, всех убили, что ли? А ты где? А, ты заныкрился там. Какой? Они тут с этой стороны теперь. Вот я и бегу. Я лучше сразу на этом квадратике буду. Так, 30. Ну да, ты там пока сиди. Только лучше в эту. А у меня грены есть, слышь, грены есть. А, ты еще не выбрал их. Вот сейчас тебе опыта дадут, выберешь их. Вот. Ну сейчас разберешься, короче. Сейчас они от тебя откроются. Ах ты, зараза, не стреляй в меня. Ну все, миссия выполнена. Ну-ка, скольки ты там? Ты выполнил свою первую операцию. Ну, не довольно-таки неплохо, я сказал. Хотя уровень тоже говно был. Ну, на первом, да. Где еще в первый раз играешь? О, он набрал 17 тысяч, даже 18 почти. Нормально, нормально. Новый уровень, ништяк. Уровень? Да там на несколько уровней поднимешься. Готовность галактики. О, эти двое ушли, походу они нас слышали. А как у тебя так быстро стало 164? А у меня же было 1200. Чё за фигня? Я хрущу. Ты чё? У тебя 164. А, это типа мало еще. Да не, не может так быстро. У меня на 200 поднялось. Не может быть такого, что-то глюк какой-то. Так, умение. Давай говори, что мне качать. Так, ты за солдата все играешь? Ну, а из-за кого получше? Ну вот тут написано осколочная граната. Как ты думаешь, что это такое? А, вот, осколочная. А ты откуда знаешь, что у меня написано? Ну, у меня тоже такой этот есть. А, понятно, так. Оружие. О, я вот за этого. Сейчас я буду играть за новую. Модифицируешь, надеюсь, хоть можно? Ну, если улучшение... А, тебе надо магазин показать, точно. Сейчас, короче, погодь. Сейчас мы ему будем показывать магазин. Давай, я пока пошел туда. Подожди. А, ты залезь пока да туда. Набор начинающего без... О, мая. Да, погаси его. Что там тебе откроется? Погасить. О, у тебя снова 7 стало. Набор термозарядов. Нет, пушку смотри. Волыну давай. Так, погасить. Ну чё там? Да ща, погоди. Так, да чё, какой ты всё набор гасишь? Адреналин. Чё-то тут разрыв боеприпасов. Вообще про пушек. Да нет, он там сразу видно будет, что это пушка. Ты листай в бок. Ну нету там. А в начинающем наборе должна пушка быть. Сейчас я гляну. О, оружие, да, что-то было. Какое, как называется? Сейчас скажу. А, пистолет М5. А, это, ну, так себе. А как его поставить, ёпт? Ну, в оружие сейчас, короче. В общем, это, блин, это будет весело, я вам скажу. Так, вы можете использовать только два вида оружия. А, ну да, ты дробай, ты чё тебе, чё не понравилось? Снайпа понравилось, нет? Нет, снайпа я пока не очень вводил. Ну, убирай тогда. Пока что внесём. Оружейный, так, он в ближнем бою. Силы урон, воспламеняющий удар. О, нормально. Заморозка, может заморозку вкачать, нет? Блядь, чё-то я не могу на место снайпы ничего поставить. Блядь, я дурак, нахуй. Ты чё ты тупишь-то, блин, убрал снайпу? Убрал. Вот взял пест. Ну вот, все. А, он уже стоит, типа. Блин, давай быстрее, тут люди уже ждут. А, все. Так. Ну и снаряжение, погоди, новое снаряжение тут есть. Так, я, пожалуй, возьму снайперку.
А чё лучше, крипатрон или взрывные боеприпасы? Да не обязательно, не ставь их, у тебя мало, для золота вообще. На бронзе их вообще не используют. Не тупи, чувак. Да, всё, 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 давай, давай. А, бля, мне ещё позвонит. Давай, я пока готов, я ухожу. Так. Ну сейчас он придёт. Усилитель, так. Я сейчас дома. Я очень занят, давай, всё, давай. Всё, я тут. Да я слышал. Ты так орал. я очень занят, всё, давай. Владик, что ли? Мамка. А, ещё лучше. Ладно, пошли. Опять звонит, бля. Так, побежали. О, против Цербера играем. Нормально. Ты где там тупишь-то? Да все, все, все. Уверен. Блин, что-то я туплю, конечно. Забыл я уже, как за турианца играть. О, пистолетик, ты ничего такой. Пистолетик, как они не могут тебе нравиться? Да, мне он дигл чем-то напоминает. А, ну, не, там есть получше. Вот действительно дигл есть. Но они потом откроются. Так, не мускай, я там наверх. Побезопаснее, кажется. А Грен, походу, так и не выбрал, да? Чувак, ты же купил. Ой, выбрал же их. Хуй надо. Мы все еще на бронзе, что ли, торчим? Да. Да давай золото ставь. А, он хочет золото с его снарягой. Я думаю, кто играл, поймет, в чем прикол. Я тут любого зашатаю. На, мой нас. Где тут еще кто есть? Ну, фраги, где вы? Там, за мусоркой. А, во-во-во-во-во. Тащи сюда. Я вижу. Кто ты летаешь? Я тоже хочу летать. Открой этого персонажа, будешь летать. А что за персонаж? Турианец в солдатах. Слушай, покупай ящики, там и будут персы. У тебя деньги, ты... За каждую операцию получаешь бабло, за бабло получаешь наборы. В наборах перс, оружие и прочее. Все, все, давай, больше не туплю. Поехали. Так что больше бабла, больше операций. Ясно. Так. Блин, опять процесс сопровождения. Да сколько можно? А, меня сейчас убьют. Блин, как не во... Опять, что ли, слился? Блин, что-то я кашу жестко прям. Чё там, тебя кто-нибудь поднимет, не? О, подняли. Тебя подняли. Я хотел бы на целину более. Так, ну, короче, следующий раунд мы будем играть на серебре. Посмотрим, как себя покажет. Ну ладно, вы поняли, кто? Андрус 733. Который сольется на первой же волне, которому не имется. Мой был. Кто? Вот кого-то убил. Мститель, что ли? Ты что тут делаешь вообще? Ты в другой карте, блин. А, вон-то. Опять мы его убил. Ну а что ты хочешь? У меня снайпа. Чё гранатки ты не кидаешь? Да как кидать-то? Ну видишь, вон вверху там цифры. Где значок гранаты? Та и цифра. Я, походу, их нет. Ты гранаты выбрал в способностях? Ну-ка, чё это такое? Пятёрка. Пятёрка это не то, это у тебя гранаты на 1, 2, 3. Настя, погоди, пятёрка, какое-то оружие, такое пиздатое. Пятёрка это... Блин, пусковуху не трать, дурак! На. На нахуй, нихуя! Ну, во-первых, не ори, а во-вторых, у тебя 5 зарядов всего. И лучше их не трать так. О, а вот на пятерку другая какая-то херня. А, это опять мое оружие. Так. А шестое что такое? Восстановление щитов, здоровья.
Восьмерка боеприпаса. А седьмое? Ну вот ты сдохнешь, жмешь семерку и оживаешься моментально. Если тебя никто не спасает. Понятно. И ты смотри на 1, 2, 3, вот эти вот. А один есть? Пусто. Один есть что-нибудь? Нет, а один два. Какой-то там человечек. Ой, это, по-моему, напор адреналина там. Много. Ну, типа, все замедляется, урона больше там. Ай-яй-яй, нет, тут урона, не, по-моему, нифига не больше. Ну, потому что ты его не, ты не вкачивал эту способность. А, меня с двух сторон мочили. Я что-то слишком сливаюсь. Надо вот не лезть. Да уж, на бронзе это слишком часто. Я просто привык, блин. Что там... На этом, как его... На серебре здоровье еще быстрее будет тратить. Ну я лезть не буду на этот раз. Ну посмотрим, сначала надо бронзу завершить. Кстати, прошу отписаться тех, кто хотел с нами сыграть. В общем, пишите в комментариях. Будем вчетвером, если чё. Ну, бить. Специально для него включим платину, чтобы он разок понял, что это такое. А, блин, тут щитом мудило. Ну, в щель стреляли по ногам. Погоди, я съёбываюсь. Ну, тоже можно. Так. Это... Не факт, конечно. Легкая слабость была. Тактическое отступление. Называй вещи своими именами. Ты же знаешь, я не люблю умничать. Так. Где все-то? Где все-то? Обалдеть, чё за чувак с каким-то там, не знаю, с чем просто. Ты о чем? Ты у него что-то из рук какой-то желтый, типа цепочек. Ну способности. Ты ж биотиков не видел. Биотики я видел. Я сказал биотики. Да я у него столько патрон садил, он все равно живой. А это никак в контре. Тебя не сразу убивают, и ты не сразу. Опять твою задницу поднимать. Давай быстрее. А то меня уже все отказываются спасать. Я, вот засядешь, убьют. Не засядешь, тоже убьют. Где логика? Смотря где засядешь. Да блин, откуда вас столько лезет, а? Что-то я вообще забыл, как играть, люди. Ты где там? Иди сюда. Где ты усел? Блин, ну ты с людьми. Тут все задания выполняют, а ты стоишь. Че, неужели не видишь, где мы? Оба, хедшот поставил, зашибись. Блин, я все равно второй, не, я догоню этого чувака. Блин, два хедшота хотел поставить, ну ладно. Он забрал моего фрага. А чё не за пушка? Да у него там мощная снайперка. Мощней твоей? Да я-то взял скорострельный, у него там урон на максимум. Самый мощный в игре. Ей можно, блин, тех этих, блин, летающих штук с двух-трех выстрелов гасить, блин. Надо было тоже вдову взять. А то у меня патронов больше. Блин, а еще я летать умею. О, Атласа загасили. Блин, прям рядом со мной, козел. О, 20 выстрелов. Нет, пошок. Ну беги к ящикам с патронами, чё тупишь? Так. Спасай меня, ты где-то рядом, блин, я даже не прикрыл, а. Как-то, а этого кто слил? Ну, а до этого не мог побыстрее? Блин, я чё должен, все время рядом с тобой, что ли, бегать? Бегай сзади. Нет, давно я снайпу буду брать.
Ча, пистолет, ну и не, если он мощный, умеет с него стрелять. Не, ну если мощный, ладно, у меня еще до мощного как до. Да я и с этим мог. Вот специально фалангу возьму, блин. Жалко, вот хэд нельзя снизить. Вообще-то хэд можно, я уже 20 штук наставил. Ну, я имею в виду. И с пистолета тоже можно. Если сильно фигарить его, он вообще разнести может. Прикройся. Прикройся. Спрячься. И сидит там, блин. Ноги босые свисают. Да, блин. Всех загасили. О, чувак с щитом. Хедшот. Я опять никого не вижу. Так. Ужас, у меня счет. Ой, вообще-то я очков, блин, вообще капец. Что-то в первый раз лучше было. Да, ну, мне не нравится эта карта какая-то. Ну да, меня эта карта всегда тоже бесит. Хуже даже я не знаю. Ну на этом. А, не, на этой хуже всего, да. Ну еще на Лондоне бесит. Чего? Да. Блин, меня турель слила, блин. Ну чё, кто-нибудь... О, во, наконец-то. О, роботечек там, нифига себе. А, блин, Атлас, ё-моё, сейчас же загасит. В эту, в оранжевую фигню фигаря в основном. Блин, ну опять он со своей вдовой всё нафиг достал. Возьму Ригора вообще. Это возьми женатую. Зачем тебе вдова? Знал бы, что это за снайпа, не прикалывался бы. Прикалывался. Хотя, если бы у тебя такая снайпа была, ты бы играл нормально. Если бы у меня любой автомат выжил, я бы играл нормально. А, фантомы. Вот на роботов можно пусковые установки тратить. Хотя на бронзе можно вообще без них. Как он меня убил? Кто? Штурмовик? А, понятно. Долго я еще ждать тебя буду? Ну вообще-то я тут отстреливаюсь, умник. Вообще наглый, вот я больше не побегу тебя спасать. Ладно, ладно. Сразу, блин. Так, он сгорел, ну ладно. Пойду-ка я к тебе наверх. На помогу, что ли, мулей? Ток не слезь. Только я знаю, что допёр. Как меня убили? Да, ну нахуй. Крыса сзади была. Тут полная карта их. Блин. Ладно, сам оживлюсь. А кто там? А, тебя А, он тебя это ногой что ли долбанул? Да. А, ну раньше надо было оживляться. Они ведь могут. И чё, всё, теперь не поиграешь, что ли? Не, поиграешь, жди, когда волна кончится. Твою если мать. Всех фрагов снесем, конечно. Можно и просрать ведь. Да ладно, на этом уровне ты кончишь. Не, ну на этом да, но вообще... Наконец-то. А все, сейчас 11-я волна, помнишь, что делать, когда время выйдет? Помню. Зашибись. Он помнит.
Кстати, люди, пишите в комментарии, за какой класс вы хотели бы видеть игру. Ну там, биотик, инженер, в общем. Отписывайтесь. А, да. Мне тоже интересно. Кстати, я тебе забыл сказать. То, что мы снимаем, видно, как я играю, но твою игру никто не видит. Тебе надо было тоже снимать. К сожалению. Ну ладно, в следующий раз он снимет, как он бегает. Хреново, я бегаю. Ну, может, научишься. Да ладно, не, нормально, я так и бегаю. Так. Ничего, никого нету. О, у тебя уже 12 тысяч. Где никого нет? Они все тут. Да блин, тупой щит. Пойду как тебе? Скажу. Там минута осталась, сиди там, ё-моё. Да я успею, ты не ссы. Да, если тебя не сольют по дороге. Не сольют. А, ты бежал назад. Вот всегда-то. Да чё ты, блин? А, блин, уже 40 секунд осталось. А я тут увлекся. Конечно, левые фраги свободят, чем бы не увлекся. А чё? Леса не сами лезут. В принципе, правильно. Они в меня стреляют. Я чё, сидеть должен? О, странно. Я думал, тебя сольют. А ты жив. Опять. Блин, 13 секунд. И никто не скажет, блин. А, бля, а где эта точка? А, я до неё далеко. Быстрее, твой. О, всё. Отлично. 16 минут, нормально. Вот интересно, те двое нас слышат или нет? Хрен их знает. По крайней мере, взаимности они не отвечают. Да. Я в шоколадке остались натыренные. О, у тебя уже 8-й уровень, круто. Чё, ушел, один ушел, кинул нас. А пока в мангас пойду и гранат. Чё в мангас? А, да. Покупай пока ящики по 5000. Дорогие пока не покупаю, у тебя всё закрыто ещё. Набор рекрута, что ли, покупать? Да, пока вот только всё на них трать. А там набор рекрута будет гранаты? Гранаты в способностях, чувак. Ты чё тупишь? Их не надо покупать. Ладно, ладно. Так, так, сейчас я пока буду играть за биотика. Так, штурмовик. Способности, да? Сейчас. Оставь оружие заменить сначала. Это блин, недавно. Адепт. Не, давайте за о, штурмовика. О, блядь, мне новый открылся пистолет. Какой? М3 хищник. Да это старый, ты чё, он сразу открыт. Да, у меня его не было. Ну ты его просто не видел, там каждый... А, дробовик чё не берёшь, кстати. А пистолет-пулемёт там есть. Чё ты тупишь, чувак? У меня нет лично ни дробовика, ни пистолет-пулемёта, я вообще не знаю, чё. Ну в этих там кружки рядом, блин. Вот ему показать всё надо, он так и будет тупить, пока не увидит. Да нету, нету, я тебе отвечаю. Ты мне показывать не надо. Ярость должна быть, она всегда у всех есть. Какая нахуй ярость? Ну, называется он так, ё-моё. Ну нету нихрена. Ну, нуб. Пошёл ты. Сам иди. О, тут нифига ещё один задрот, блин. Кто, кто, кто? Ну, глянь, ну, в списках. Я не разбираюсь. Так, бонус патронов, бонус брони. Где, блин, гранаты сразу? Ну осколочные гранаты, ты что, не видишь, сбоку написано. А, давай ставь новый уровень. В смысле, серебро, что ли? Да. Ну ладно, вот заметьте, он сам просил, я его не заставлял. Я готов. Готов он. Он готов слиться, да. Осколочные гранаты. Поставил, что ли? Так, осколочные так, гранаты. Так, я возьму Ригора, так. Во, нормальная пушка. Я вам скажу, вот... Дробовик Ригор вообще офигенная штука, берите ее, если она у вас есть. А я еще умение не проставил, блин. У меня уже ранг 5 по гранатам.
А, ты до конца. Ну вот, видишь, они у тебя есть теперь, есть точно. Так что используй их. Окей, так, правильно. Оглушение выстрела, что знак. Так, нет. Так. О, смеш по-любому взять. Так, три. Всё, кончилось. Не, пока не будем. Копить. Да сейчас, сейчас. Ты какие оружия ты взял? Ну, этот, снайперку и, опять же, пистолетик, или как там, автоматик. Фаланга, что ли? Угу. Ну, это пистолетик вообще-то. Так. Убирали. А, серебро? О, коллекционер на серебре, это как на золоте почти, ё-моё. Каждый раз бегать, спасать я тебя не смогу, имея в виду. Походу, меня уже скоро спасать придется. Да ладно. Хотя, не тебя одного. А, не-не-не, я восстановился, я восстановился. Не, я-то тоже в меч держу. Более-менее. А, ты вон где? А, ко мне подходит козлы. О, ёп. Ну, это сейчас тебя поднимут. Я думаю. Да, чё, гранаты ты не кидаешь? А тройку давит. Ну, рисунок гранаты на какой? Кинул, только я не знаю, куда я кинул. Блин, ну сейчас ты не трать во врагов вообще-то. Так, ладно, поехали дальше. Ты их уже видишь? Нет еще. А, во-во, вижу, вижу. А, сейчас сольют. Блин, а, не, повезло. Опять эта стая мух летит. А ты сколько наборов купил рекрута? А их там несколько, что ли? Ну у тебя денег-то, они 5000 стоят, а ты за... Ты уже 35, наверное, скопил. Блин, слился. Ты мог сколько? Ты 7 штук мог купить. Ну хрен знает, я вроде не тратил так. Блин, хоть бы оружие открыл, что ли. Или персов новых. Мне бы патроны желательно подобрать. Где тут патроны? Патроны в ящиках такие красные стоят. Все, вижу, вижу. Граната там же. Набрал. А, хмырь какой-то бежит. О, слил. Пошок, это мой, оставь его. Да ё-моё, раньше не мог сказать. Не понял. Настроя. Где четвертый? Он, наверное, услышал нас. Кстати, на серебре играем пока нормально. Посмотрим, что будет дальше. А, блин, задание надо выполнять. Что ты все время задание профигариваешь, блин? Выполняй давай тоже. Я привык стреляться. Стреляться. Вот подбеги сюда и стреляйся. Сколько тебе влезет? Ходи, у меня хп, хп, хп. Да тут все равно никого нет, блин. Аптечек тут есть, нет? На шестерку восстановление. Забыл, что ли? Да мне не жизнь и восстановление, а. А чё? Хп. Ну, а хп это и есть жизнь, умник. Не, я имею в виду, я не то, что умер, а просто. Ну, так восстановиться, 6. Да, понял. А подняться, 7.
О, твою мать. Чего? Опять что? Кто? Тут нет никого. Я говорю, я умер. Ну а кто тебя слил? Нет там никого. Снайперкой засядем. О, ты третий, чувак. Ты третий, не последний. Третий из третьих? Их четыре. Вау, круто. Плюс играем на серебре. Удивительно, но факт. Хорошо, оставь там мне кого-нибудь. Ну иди сюда, Иисус. Я со снайпой. Блин, ну сдали, фигарь. Да блин, слили меня. Ну чё, меня кто-нибудь поднимет? А, кстати, Дрюн, мы до сих пор снимаем, надо, ну, закончим вот этот раунд, и надо остановиться, малёха, а то выкладывать долго будем. Ладно, ладно, так. Не, ну, поиграть потом без камеры можно. Но не волнуйтесь, мы еще завтра наснимаем дофига, так что... На этот раз ролики будут выкладываться намного чаще. Да, плюс он еще на свой канал будет со своей, ну, свою игру выкладывать завтрашнего дня. Так что завтрашнего дня смотрите у него. Так, 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 бежим. А эту, блин, ты чё, мне эту придется ночью заливать? Блин. Ну, в общем, еще раз повторюсь, кто хочет с нами сыграть, вы пишите в комментарии. С радостью примем еще двоих. Только заставку, как в сталкере. Чё заставка? Как в сталкере замутили. Где, как в сталкере? А чё со сталкером? Блин, тебе заставка в сталкере. Не знаю о чем ты. О, нихрена, граната. А, этот, типа, да, тебе, да, что да, ли? Да, да, да. Но для Mass Effect я не знаю, надо, нет. Сейчас их почти никто не снимает, потому что музыку могут запретить. Из-за музыки могут все видео запретить. Да? Да, запросто. Если музыка права нарушает, все видео запрещает. Нет, а при чем тут музыка? Так в заставке обычно что, музыка какая-нибудь? Там же не запрещаешь. Ну, смотря какую выберешь. А какую ты хочешь выбрать там? Ну блин, я откуда знаю. Я еще ни заставку не делал. Вот сами видите, штурмовик плюс риггер — это убойная вещь. Так что берите эту комбинацию и фигарьте всех. А, мне в скайп пошёл позвонили. Да ё-моё. Зато я тебя поднял. Только тебя сейчас, походу, сольют. Не, я живой пока что. Андрей, ты за что ты, блядь, не сдаешь, а здесь сидишь, чешешь? Я все сдаю, блин, что ты представь? Сдам я зачет, сдам. Сдам, тебе говорят! Что, не видишь я, Таня? Такое каждый день. И так каждый день, и всегда. Но мы уже привыкли. Блин, вот надо было скайп поставить, но не видим. Блин. А, блин, надо штуку отнести. Да, блин, точно надо в скайпе невидимый ставить, точно. У меня хрен кончился, пойду, я тебе скажу. Нифига себе, я тут нафигарил. Так, ну может следующее видео уже, ну завтра мы будем пробовать на золоте. Возможно, это будет куда интереснее. Особенно если со стороны Дрюни смотреть, это будет вообще интересно. Хотя на золоте сливаться мы будем все. Ну, я, конечно, про. Не то, что ты. Не, ну если ты тактику знаешь, блин, как на золоте играть, ну ты же не знаешь нифига. Я все знаю. А то.
А только зачет ты не сдаешь, а так все знаешь. Ой, как будто я, ну да, я один. Не, ну это у меня все равно не некоторые спорные. Да это все физрук, Саран. Ты же его знаешь. Да он усатый, он вообще гад. Он вшивые усы. Он без шлема. У него усак плохий. У него Аидаса. Да-да-да, Коля. Ты мой Аидаса. Блин, меня слили. Ох ты, чувак, кстати. Ты прям чувак. На тебе еще грен. Еще грен. Тут живучий, а пошел. Кто? Какой-то паук тут. А, хозяй. Да это самый мощный, это типа босса, что ты хочешь? Что-то он вообще живучий так жестко. Неплохо я от него получил. Да не ты один, у меня все хп слились. Один квадратик остался. А, тут еще что ли один? О, обоих убили сразу. Блин, надо поднимать. Не мы. Можно, кстати, за один день, ты неужели не понимаешь? А что ты не делаешь? Вот, ты сидишь, ты страдаешь. Зачёт, давай. Невозможно всё ждать, ты понимаешь? Возможно. Чего тебе, если я только ты глотанёшь? Что не обидно? Я тут занят. Ты занят? Да. Это хуйня, они не занят. Я тебе говорю, что надо. Обучусь я без твоей помощи. Вот все. Окей. Да насрать мне, я потом с ним познакомлюсь. Да. Я завтра встречу. Дрюнь, подними нас, мы за тебя. А, ты что? А как тебя оживить? На какой пробел, ё-моё, поднимай нас как всех. Как он меня мочит? А меня убили, всё. Я теперь буду смотреть, как ты играешь. О, заодно хотя бы посмотрим. Вот краткий момент из жизни Андруса. Вот он бегает, кидает гранату. И глупо сливается. Он ещё жив. Беспорядочная стрельба. Вот блохи летят, он убегает. Он научился поднимать. И сливается. Сейчас его будут пытаться поднимать и тоже сольются. Меня затоптали. А, все, ты тоже слился, да? Да, все, ему хана, ему хана. Теперь... А, блин, он один остался, ё-моё. Если он сейчас их не втащит, все, просрём. Да. А их еще, о, сколько? Но он вроде нормально так играет. Чувак, не трать пусковухи, ё-моё. Он сейчас нас слышит, когда мы умерли, нет? Ну, если у него включено, если он нас понимает, может, он китаец. Чувак, ты китаец? Не. Прыгни, если ты китаец. Нет, ты не китаец. Так что прыгать нельзя. Он вперед может прыгнуть. Некоторые персонажи могут. Ползи, что он там творит. Чё? Нормально он чё? Взрывает всех. И тупо сливается. Надеюсь, у него есть аптечки. Жми, семёрка. Сух, у него есть аптечки. Жми огнемёт, ё-моё. Во, ты меня услышал. Видишь, он чувак с пистолетом бегает, и ничего, нормально. О, ура. Это какая? Уже девятая, еще немножко осталось. Ой, тут чувак какой-то. Какой? Кого? Кого ты там увидел? Вот опять мышцы. Отпуск, что ли? Да, да, да. Достали уже. Как ты вообще узнал, как это вообще называется? Ну, ну вообще-то вверху пишется название, когда ты на них мышкой наводишь. А, да. А еще количество здоровья у них видно. Опять эти мышцы.
Они во мне. Они в тебе? Да. Блин, а я тупо так слился. Нифига себе. Сейчас я тоже тупо слился. Блин. Куда тут получилось? Дрюнчик, мы вдвоем остались. Один ты остался. Да? Все, хана. Меня паук слил вообще жестоко. Сейчас меня сольют, ё-моё. Не, ну у меня так-то аптечек полно. Если ты завтра нельзя зачёт... Нельзя за один день ты зачёт, ты орёшь. Давай. Нельзя. А что ты сидишь? Да тут ничего не в этом делать, глупый, а понятно. Потому что у меня так же раз игра. А где там ещё херай? Не каждый раз ты драться. А тебе не безумно? У меня только по физре, я только по физре. А письменный ты знал? У меня нету письменной, понятно? Давай, ты звонишь, дай. Давай, чёшки, вот лезь, давай. Давай. А что ты не взял? Ну вот, я едва исправил, сейчас я только физру. Да ё-моё. Я ж сказал там. О, последний. Да он гренки кидает. Да. Она еще не знает, что я исправил, я к ней не подходил. Понимаешь, что я... Подъем, Андрюх. Она не знает, кто позвонил, но она не знает ничего. Я к ней не подошел, не расписался еще, что я ждал. Вот завтра подойду и распишусь. Ты что, меня как быстро сливают? И не ты один, вас там двое. Опять этот паук меня слил. А, блин, их тут два. А у меня пусковых больше нет. Твою мать, точно, у меня же пусковых. Стреляй в паука вот тут, блин. У меня больше нет их. На двойку они, на чё не... Всё, уже не надо, чувак слил их. А, нет, тут еще один, давай сюда, на пятерку жми. И лучше побыстрей. Пятерка, а да, вот блин. На. О, нормально, нормально. Хотя что, тут еще один. Что? У тебя есть еще? Да вот ты завалил. Же, кончились, пошел, быстрее беги ко мне. Блин, ты что, все потратил, что ли? Что-то нас жестко рвут прям. Ё-моё, кого там режут, блин? Блин, тут дрон надо сопровождать, сейчас за дрюнь подними. Сейчас бегу. Блин, а, блин, стреляет, вон прячься за ящик ща. А, пошел прям на меня бежит, спасибо. Блин. Пошел, твою мать. Ты мою не трогай, ясно? Ладно. Вот остров. Все вроде он. Опять мне скайп звонит. Я ненавижу твой скайп. Ну ты поставь невидимый. Да, вот только, ну куда вот мне столько? Нет, мне еще мало. Ну ты поставь невидимый, ё-моё. Не, впадлу. Блин, ты что не говоришь, что ты это слился? Ну ты там со скайпом, и, кстати, меня сейчас убьют. Все, меня убили. Вы остались вдвоем. Снова смотрим игру от Андруса. А, Андрус бежит, как всегда, спасаясь бегством. Блин, поднимай его, если он сейчас сольется, то точно не втащишь. Ой, ты там, блин, там вот что. Ну оббегай, блин, вот тут он по низу беги. Не, да вон там по боку, вон дальше, да.
Блин, да беги на пролом, блин, да не стреляй, ты не успеешь, блин. Просто тупо беги, вот, да. Пацанчик поднялся, что ли, там? А, он поднялся. А, он слово слился, блин. Беги к нему. Да не сольёшь. Да ё-моё. Ты чё, надеялся его со своей пуколки слить? Нет, я надеялся его отбежать, ты сама работала. Всё, мы просрали задание. Это было серебро. Мы играли как могли. 63 тысячи ты набил, нифига себе. Я 13, можешь. Блин, обидно. Мы могли 30 тысяч выиграть. Это 6 наборов. 10-я волна была. Да. Чё, Пашок, пора нам прощаться с пользой. А, да, так что всем пока. Ждите продолжение, оно будет скоро. Да. И подписывайтесь на наши каналы, ссылку на его канал я выложу в описании. Всем пока. Ставьте лайки.